Мы ждем Асю, поэтому мы сейчас будем слезать с трассы, с которой никогда мы не слезали. Говорит, давай поедем на стрёмный спуск. Ага. А кто будет падать с места? А? Кто падать будет? Молодец. Молодец. Мы спросили у девушки. Эта трасса, вот мы по ней еще ни разу не съезжали. Она очень плавная и говорит, там много поворотов, таких пологих склонов. Можно сейчас по ней поехать. Да? Да. Поедем? Да. Давай. Сейчас поедем по этой трассе. На ней мы раньше никогда не катались, но тетя, которую мы спросили, она сказала, что тут очень хороший спуск и можно с детьми спускаться. Одень ей маску, Ась. На шлем ее надо поднять. Давайте ехать. Мотает сегодня. А мне еще с ней спускаться вниз. Стоп.
женщины напруга. Когда поедем, ты будешь в середине стоять. Сейчас? Да. Так мы еще с горки не едем. Мы хотим туда подойти посмотреть, что там. Таечка нам дает жизнь. Мы проголодались, поэтому зашли в кафе перекусить, скушать чего-нибудь первого, борщика какого-то, заказали компотика. Сейчас нам принесут. Дякую. Бери ложечку-то есть. Видишь, какая маленькая порция. И от земли, и от Тая. Иди кушай.